Здесь очень сильный уклон, мужики. Тут прям сверху вниз. Всегда пахал снизу вверх. О, блядь, сверху вниз пахал. Вот. И получилось, что там ступенька теперь. Вот выравниваю. Снизу вверх тащу. Очень тяжелая работа. Вот оцените возможности. Вот. Да, плуг однокорпусный. У меня есть двухкорпусный, ему вообще невозможно. Ну, земля, смотрите сами. Ну, это вообще. Кирпичи. Вот, а МЖК 8. Такой плуг мотобочный. Так крепится. С таким двигателем. Что думаете, как тянет? Плохо или нормально? Это очень сильный уклон снизу вверх. До этого у меня самодельный трактор пахал только сверху вниз, потому что ему не хватало сил затащить плуг наверх. Этот, конечно, тянет. Вот сейчас на повышенный дам. Вот я, короче, так и пашу на повышенный. Вот вы что поняли? Вот конец забора, то есть, как ее, блядь, верх столбика. Вот, на уровне моих ног. Вот такой сильный уклон. Вот. Доска работает. По ней, я думаю, видно. Плуг-то он, ну, новый, по факту. Это я просто занимаюсь мотоблоками, торгую ими. Вот, себе взял попробовать. Такой вот плужок. Ну, пошу только направо. Ну, в общем, вот так вот. Кто хочет переехать в Саратовскую область, имейте в виду, земля жопа полная.